пейзаж нашего заслуженного художника Российской Федерации Ирины Максимовны Глуховой. На этой выставке картины молодых авторов висят рядом с именитыми мастерами. Елена Павловская, председатель выставочной комиссии из Москвы, говорит, это сделано специально. На такой выставке важны не регалии, а мастерство. Это именно она отбирала работы, которые увидят липчане. Неправильно работать только для себя, потому что, конечно, московские художники в основном выставляются в выставочных залах Москвы. Мы считаем, что такой культурный обмен, обмен выставками, он обогащает культурную жизнь наших регионов, он расширяет наше представление об искусстве. Выставку назвали «Московские художники регионом». Всего липчане увидят работы 90 мастеров. Натюрморты и пейзажи, яркие цвета и более пастельные. Картины с широкими мазками и мелкой прорисовкой. Найдется живопись на любой вкус. Встречаются даже бытовые сюжеты. Например, Вера Лагутенкова увидела красоту и в обычной колбасной лавке. Очень трудно было уловить характер, потому что хотелось, чтобы работа была и подвижная, да, чтобы она выражала такое какое-то жизненное ощущение, и в то же время, чтобы осталось сходство именно с теми людьми, с которыми удалось познакомиться и наблюдать за ними на протяжении нескольких лет. Хоть художники и московские, видов белокаменной здесь практически нет. Зато есть и другие города и деревни, где когда-либо писали мастера. Они и в нашем городе присмотрели интересные места. Мы приехали на один день сегодня. Спланирован поход по музеям вашим, осмотр города и открытие. Но мы себе наметили, художники, приехать сюда как минимум на 3 дня, чтобы пописать очень красивые окрестности. Увидеть картины москвичей можно будет до 24 июня. Ну а в это же время в Москве любители искусства будут оценивать работы липчан. И художники надеются, что это не последний обмен. Наталья Медведева, Олег Глобоков, ТВК Новости.